I used to have a simple life. Whatever needed doing around the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Ух, это было эпично. Так, ребят, всем ку. Поиграем сегодня с вами в средневековую династию. Ну, либо, по крайней мере, попробуем записать первую серию. Посмотреть, что да как, а там как пойдет. Так, мишки-зайчики. Я так понимаю, мы сможем на них охотиться, да? Так, при стрельбе помещений на счет влияет не только точность, но и расстояние до цели. Угу. Понял, а что так долго прогружайся? О, давай еще чуть-чуть. Если какие-то злые силы лишают вас возможности двигаться, попробуйте. Попробуйте. Что-то попробуйте, хорошо. Что-то мы попробуем. Так, все, отлично, мы с вами очнулись. Новое задание. Начало новой жизни. Поговорите с... С кем-то, короче, нужно будет поговорить. Ладно, идемте. Так. Открытое место обитания зверей. Хорошо. Видел немножко про эту игру. Пару прохождений, в принципе, что она себе представляет. Сам в нее не играл. Так что буду, как говорится, чисто интуитивно это все делать. Ага, блок, мы даже драться тут сможем. Да ты шоля. Рокки Бальбоа. Так. Открытое место обитания зверей. Голубь. Голум. Голум. Здорово. Ты? Голубь. Так. Ага, ага, ага. Куда нам нужно идти? По-моему, сюда, да? Блин, я так понимаю, здесь мы будем с вами строить наше поселение. У нас будут свои горожане. И не знаю, будет ли нападать на нас кто-то, либо не будет. Посмотрим, в общем. Так, бонжур. Бонжур, мадам. Je n'appelle. Donde sta la bibliothèque? Говорить. Добро пожаловать, незнакомец. Так, слышали вы что-нибудь интересное? Романтика, где я могу найти? Так, где я могу найти? И как тебе использовать? Ага, вот. Домашний скот, дикие животные, продавцы. Продавцы. Так, земледелие, добыча, охота, производство. Нет, ладно. Это все, а ну давай романтика. Прости, но я замужем. Я слышала, что путешественницы, которые обычно сидят у костра, могут быть заинтересованы в таких, как вы. Так, небольшая беседа. О чем в последнее время думаете? Длинные прогулки босиком по дикой природе. Это то, что мне больше всего нравится. Тихо! Нравится делать после тяжелого рабочего. Я сказал тихо, корова. Рабочего дня. Хоть природа и очаровательная. Угу. Ладно, давай. Малыха. Have a good day. Да, идем.
Что тут мычит? Ля, мы даже гусей сможем, да, разводить с вами, правильно понимаю? Бонжур, купить. 500, купить. 1500. Та ты шо, ля. Прикольно, хочу. Ну, и коровку тоже, и коровку хочу купить. Все, здорово. Шо ты? Здравствуй, путник. Подскажите... А, покажите мне свои товары. Во, ведро. Ведро с молоком, корм, навоз. Не, спасибо. Я, наверное, до свидания. Я, наверное, буду сам добывать. Ты чё, бык? Ты чё, бык? А? Все. Так, я, наверное, сам буду потом добывать это все и молоко, и... И навоз тоже. Так, украсть. Деревянный молот украсть. А стоит ли это делать, либо не стоит, как думаете? Молоточек. А, давайте, типа, ты ж не видишь, да, правильно? Бумс. Все. Репутация минус 15. Да ладно, я просто посмотреть взял. Что вы начинаете сразу? Так, с кем мне тут поговорить нужно? Привет, это ты? Так, но эти глаза, я не думал, что увижу их снова. Один синий, как небо, а другой черный, как кусок угля. Вы в порядке? Вы выглядите так, словно видели привидение. Значит, вы не один. Хорошо, на секундочку я подумал, что сошел с ума. Ха-ха-ха. Но ваши глаза, вы похожи на него. Извините, должно быть, вы меня с кем-то перепутали. Я новичок в этих землях. Так, сын Ванды. Ля, это Алая Ведьма, правильно понимаю? Ванда Вижн, да? Примерно. Прикольно, да. Племянник Йордана. Что? Вы знали мою маму? Да, она в Докторе Стрэнджа там творила всякую ерунду. Не совсем. Я знал о ней. На самом деле мы никогда не встречались. Он хотел, чтобы его семья... были разделены. Чего? Он не хотел, наверное, да? Не думаю, что понимаю. Так, вы подождите, что вы имеете в виду, говоря, знали ее? Она в порядке? Да, Саня, ты в порядке. Так, сори, продолжаем. Я надеюсь, где бы это ни было, я потерял обоих своих родителей на войне, да? Черт побери, этот мир вздыхает. Думаю, он может быть столь же жестоким, сколько и прекрасно. Блин, какой плохой шрифт. А можно шрифт больше сделать? Я реально ничего не вижу. Мне жаль, мой мальчик, никто не должен терять своих близких так рано. Согласен. Да, я не хочу об этом говорить. Конечно, мой мальчик. Кто твой папочка, да? Прошу прощения, прощаю. Вы упоминали моего дядю Йордана. Я действительно пришел сюда его искать. Я не люблю доставлять плохих новостей. Вашего дяди Йордана больше нет с нами. Он скончался 3 года назад. Мне очень жаль. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете, он был моим близким другом. Вот и все, остался только я. Не говорите так, эй, посмотрите на меня. И делай, 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 как я. В этой долине живут отзывчивые люди, которые с радостью помогут вам всем. Ага, то есть молоточек я забрал минус 15, а тут отзывчивые люди, да? Хорошо. Что вам нужно? И что мне теперь делать? Вы вольны сесть, где захотите, и начать новую жизнь настоящим. Я дам вам разрешение смотрителя долины. Стройте, сейтесь, свободные земли, наши долины. Построите себе жилище и посмотрите, что для вас уготовано дальше. Если захотите, можете даже построить целую деревню. Здесь бывает много путешественников. Возможно, кто-то из них
даже захочет поселиться у вас. Просто так могу я взять землю бесплатно? Что ж, вам придется ежегодно платить королю. Ага, налоги, да? Но в остальном вы можете делать все, что вам заблагорассудится до тех пор, пока не нарушаете закон. Хорошо. Звучит потрясающе. Долина тоже выглядит красиво. Думаю, я останусь здесь. Хорошо. Я рад слышать. Вы можете найти ресурсы по всей земле. Возьмите земли низких камней и палок. И сделайте себе простой топор. С помощью вы можете рубить деревья и рубить их на бревна. Затем вы сможете создать деревянный молоток, который будет иметь решающее значение в процессе строительства. Но у меня уже молоточек есть. Уверен, вы разберетесь. Когда построите себе дом, возвращайтесь готовью и поговорите с моей женой. Она управляет таверной. Попросите ее накормить вас. Должно быть, вы голодны. А потом возьмите пиво для нас обоих и возвращайтесь. Я расскажу вам несколько историй об Иордании. Окей. Звучит как план. Хорошо. Так, сбор ресурсов. Все основные ресурсы можно собрать в дикой природе. Построить. Просто посмотрите вокруг и потянитесь к ним. Угу. Хорошо, хорошо. Ладно, идемте. Глава первая. Новое начало. Так, идемте. Идемте строиться. Так, строиться мы с вами будем там, где молоточек зеленый, правильно? Я так понимаю, нарисованный. Так, а молоточек у нас находится в той стороне. Ага, давайте смотреть. Собрать. Ага, нужно будет ешку зажимать и собирать. Хорошо. Камушек. Камушек. Хорошо, отлично. Что это такое? Что-то мы забрали. Что-то мы собрали, что-то мы забрали. Цветочки. Палочки. Палочка, цветочки, камушек. Интересно, а мы сможем сколько? Какой вес с вами брать? Так. Резка деревьев. Чтобы срубить дерево, вам понадобится топор. Его можно купить или изготовить в меню создания в разделе ремесло. Экспериментируйте. А, экипируйте топор в одну из ячеек быстрого доступа в инвентаре. Угу, угу, окей. Так, инвентарь, спать. Это что такое? Одежда. Одежда, инструменты, навыки. Дневник, карта управления, древо технологий. Колодец, хранилище, знания. Окей, окей. И типа... Ага, это молоточек. Не, молоточек нам не надо. Я так и не понял, конечно, как делать. Ну ладно. Идемте. Идемте, вот сходим. О, грибочек. Сморчок. Идемте сходим на ту сторону берега, посмотрим. А ты шо, ля, и уточки есть, и коровки есть. Ну все. Это моя самая любимая игра теперь. Давайте определимся, где мы будем с вами строиться. Я же могу где угодно, правильно мне сказали? Либо неправильно. Либо неправильно. Где мы будем с вами строиться и что мы будем с вами делать? Могу ли я это сделать тут? Так, палочка. Бонжур. Что, вы будете в моем поселении? Да, приятно познакомиться. Романтика. Простите, но я замужем. Не-не-не-не-не-не. Все вы замужем. Все вы так говорите. Так. Давайте определяться, где мы с вами будем строиться. Я хочу здесь еще и поля построить. Поставить, короче. Сморчок. Интересно, сморчок можно кушать, либо нельзя? Либо мы с вами отравимся. Мы ж можем здесь, да? Правильно? Начинать нашу стройку.
Так, а давайте смотреть. Инвентарь. Управление посевом, обучение. Это что такое? Одежда, инструменты. Каменные, ага, лук, дубина. Где топорик? Где топорик? Либо нам не сюда нужно. Так, железный топор, медный топор, каменный топор. И? Угу. Параметры 2,5, знания. Вручную. Как его изготовить? Честно, без понятия, как его изготовить. Шеф-повар, шеф-повар, заклятый дипломат. Рука. Охотник за сокровищами. Блин, может как-то... Может как-то можно это все... Так, Ctrl. Нет, Ctrl присесть. Как мне вызвать меню, менюшку этого, как его, строительство? Вот оно что. Так, хорошо, забор здания. Смастерить, смастерить. Вот оно что, Михалыч, ля. Так, каменный топор. Окей, понял, зажимайте, короче, кьюшку. И на кьюшку можно делать. Хорошо, хорошо. Теперь давайте смотреть. Вот, молоточек, а топорик у нас нету. А как мне сделать здание, заборы, мебель, декор, ворота, заборы, здание. Так, мастерить. Ну, топор мы сами взяли, правильно? Вроде сделали. Так, где наш инвентарь? Где наш инвентарь? Вот инвентарь, каменный топор. Экипировать. Все. На двоечку. Во. Па, 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 па. Теперь берем в руки топорчик. Сказал, в руки топор беру. И рубаем дерево. Давайте, наверное. Так, деревянный молоток 0,1. Рубить дерево 5. Солома 32. Давайте определимся, где наш будет с вами домик. Где будет наш с вами домик? Может где-то здесь? Либо построиться рядышком возле них, я не знаю. Ладно, давайте начнем, а там, если что, перенесем нашу постройку. Ага. Чего? Чего? Ля, меня березкой, да? Да ты шо, ребят? А я не знал, что такое. Понял. Нас березкой немножко прибило. Окейшки. Хорошо. А что тут по поводу сохранения? Могу ли я сохранить его через... Escape, либо нужно будет делать очередную какую-то штуку. Ладно, а ну погоди, сохранить игру. Да, можно через Escape сохранить игру. Ладно, бежим обратно. Шикарно, но теперь мы знаем, как это все делается, так что теперь нам будет немножечко проще. Блин, знал бы, не трогал бы молоточек. Это у нас там минус репутация. Минус репутация, все дела. Ну, по идее, нам пригодится молоток еще. Я так понимаю, каждый раз, когда мы что-то строить будем, он у нас, да? Да, это я понял. У нас он будет исчезать. Так, хорошо, давайте посмотрим. Нет, не то. На кьюшку, я сказал, не на тап. Вот, создать. Давайте каменный топор. И создадим еще один молоточек с вами. Пусть будет на всякий пожарный. Так, что мне нужно?
Чего мне не хватает? Чего мне не хватает? Так, бревно. Одна штука. Ветка. Ага, нам нужно будет бревно с вами. Окей. Ладно, ладно. Давай возьмем веточку. Возьмем камушек. Камушек, камушек. Камушек. Да, давайте, наверное, с этой стороны будем строиться. А может, и с этой. Я не знаю, я хочу себе, чтобы вы понимали, ровную местность, чтобы можно было на равнине это все делать. Все, 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 тихо, тихо. С этим, да, нельзя никак, взаимодействовать. Ладно. Ладно, побежали. Так, только давайте мы с вами каменный топор на двоечку. Бумс. Шикарно. Идемте попробуем срубить, только будем теперь уходить. А дерево, когда оно будет падать. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Да, 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 да. Да. Так, камушек. Дай. Дай камушек. Так, надо срубить 5 деревьев. Давайте, наверное, перед рубкой деревьев мы с вами сохранимся. Мы с вами сохранимся, а потом будем с вами что-то рубить. Ну все, все, не задыхайся, все хорошо. Что ты начинаешь? Блин, нужно будет... А давайте, наверное, я сейчас, секунду... Сбегаем мы, посмотрим, что у нас тут сверху. Может, тут лучше дела. Может, тут лучше дела. Ну, вы поняли, да? Но мне не нравится, что оно вниз вот так. Есть наклон. Не нравится, что есть вниз наклон. Тут мостик есть. Давайте еще пройдемся, давайте посмотрим. Если уже строится на каком-то месте, ну, чтоб уже... Нас все полностью устраивало. Главное потом найти дорогу. Дорогу назад. А если мы здесь поставим, к примеру, наш домик. Дальше рыбацкие вот эти какие-то штуки. Рыбу ловить. И здесь будем развиваться. Как вам такое? Что я попить могу? Водички. Ой, как вкусно. Могу. Хорошо. Ну что, здесь и будем строиться? А наше поселение потом куда-то вот туда. Так, выведем здесь поля будут, да? Потом построим здесь заборчики. Надеюсь, тут можно будет забор строить. Ладно, давайте рубить. Давайте попробуем. Давайте попробуем срубить. Все? Все, 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 тихонечко, тихонечко. А и дальше мне тебя нужно... Дальше, да, так рубить? Бумс. Ветки, палки. Ага, бревно. Взять бревно. Давайте смотреть, не туда нажал. Давайте сделаем себе деревянный молоточек. Есть. Солома 0.32. По поводу соломы я... Без понятия, что за солома. Где мне ее брать? Честно, без понятия, что за солома. Это что такое? Это зверобой. Не, не оно. Ветки. Хорошо. Конечно, ничего хорошего. Я пока здесь ничего не понимаю, но... Допустим, что я делаю все правильно. Так, давайте срубим еще 4 дерева. И вот здесь построим наш с вами первый домик. Так. И шикарно. Тихо, тихо, тихо. Только не на меня. Так, раз. Давай мы с вами бумс. Чпоникс. Джбуникс. А, это уже все, это бревно, да? Понял. Еще 3 дерева. Блин, ну судя по тому, как мы медленно это все делаем, я думаю, мы сможем записать с вами роликов 200 по поводу этой игры, пока мы с вами хоть какое-то поселение
построим, да? Я, в принципе, не против. Я, в принципе, не против. Пока здесь вроде нет таких игр, которые я нашел, чтобы сказать, типа, вау, хочу проходить. Так что посмотрим. Давайте срубим последнее дерево. Чпункс. Все, шикарно. А где мне соломку найти? Или полностью нужно будет сейчас ее разрубить? Соломка. Где соломка? Что такое соломка? Где мне взять соломку? Давайте смотреть. Технологии, знания. Так, здание, обучение, строительство. Добыча. Где соломка? Как найти мне соломочку? Ветка, перо. Или нам нужно создавать ее? Так, смастерить. Ресурс, мешочек, каменный ножик, деревянная копья, дрова. Ага. Окей, ворота, заборы, здания, мебель. Так, здание. Охота, земледелие, животные, производство, хранилище, дома. Простой дом, дом. Ого. Та ты шоля. Ладно, к дому мы еще с вами вернемся. А как тебя отменить? А, вот отменить. Где у нас находится соломка? 31 находится соломка. Ага, я бегать не могу, потому что у меня переполненный инвентарь. Правильно понимаю? Да, давайте, наверное, наш первый домик мы с вами построим где-то туточки. На крайняк, я думаю, его можно будет... Что это, веточки нет? На крайняк его можно будет снести потом, я думаю. Так что давайте... Давайте смотреть. Домик. Так. Домик. Как бы тебя так бы поставить бы? Давайте, наверное, как-то... Как-то сюда. Бумс. Все, правильно. Нажали единичку, подходим и... Пдум. И строим. Так. Камень. Хорошо, нам нужен камень. Отлично. Самое интересное, я не знаю, где мне взять соломки. Да сколько еще тебе нужно? Бум. Так, бревна, хорошо. Шикарно. Шикарно. Так, окна. Е редактировать. Ага, здесь окна, дверки, стены, окна, понял. Ну, в принципе, мне так нравится. Хотя, наверное, я уберу, поставлю стеночку. Деревянная стена. А здесь мы с вами сделаем окошко вот сюда. Так, деревянная стена с окном. Построим пока здесь простой домик. Я знаю, тут можно, по-моему, как-то улучшенные делать. Ну, начнем с простого, правильно? Потому что мы-то только недавно прибыли. У нас, в принципе, ничего нету с вами. Только единственное, знаете что? Я не знаю, где солому. Я, в принципе, без понятия, где эта солома находится. Как она хотя бы выглядит. И можно ли ее изготавливать вообще... Так, где эта солома находится? Заборы, ветки. Может, как-то можно мастерить? Ладно, давайте попробуем достроить домик. А там уже разберемся. Так, я правильно все делаю, правильно? Так, бревно, солома. Я не знаю, где солома.
Что ты, солома? Ты ветка. Так, здание, мебель и декор, дороги, мебель и декор, что это такое? Костры, ловушки, костер, я, наверное, с вами построю, наверное, где-то. Так, спать. Для крепкого сна нужно построить крышу над головой или хотя бы развести костер. Поспать можно в промежутку между 7 и 7, ага. Окей, давайте, наверное, построим здесь костер где-то. Все. Разжечь огонь, хорошо. Между 7 и 7, а сколько сейчас время? Где можно посмотреть? Который сейчас час. Так. Спать. Ждите еще 1 час 45 минут. Хорошо, ждем. Ждем. Сюда ничего нельзя. О, можно сюда веточки. Чпоникс. Все, да? Давайте вобьем все, что сюда можно и нельзя. Походу ничего нельзя. Ладно. Идемте заберем с вами бревна, которые мы рубали. Так, а ну, дай сюда. Дай. Алло. Алло, требуется топор. Ты чего? Взять. Все, хорошо. Бревна. Так, ветки срубить. Не, мне бревна нужны. Бревна будет и потом лопаты. Не... Люблю, когда пеньки вот такие торчат. Требуется лопата. Нужно будет потом повыкапывать. Но я уверен, что нам не хватит, да? Этих бревен, которые мы с вами насобирали. Давайте, наверное, еще срубим. Так, только осторожно. А то сейчас, как обычно, на голову упадет. Тихонечко. Все. До побачення. Так, берем бревна. Ага, и мы теперь не можем бегать. Хорошо. Так, я сейчас закидаю полностью фундамент бревнами и камушками. И, наверное, нажму все-таки на паузу и посмотрю, где можно... Все, успокойся. Так, а мы можем покушать с вами? У нас есть что-нибудь покушать? Яблочко. Ой, вкусно как. Покушали? Я так понимаю, оранжевая это у нас еда, правильно? Синяя это водичка. Ага. Бревна я не могу идти. Окей. Где наш этот? Где наш инвентарь? Почему у нас так все с вами плохо? Так. Обувь, навыки. Яблоко, штаны, обувь, камень. Давайте камень как выбросить. Бросить. Шукс. Принять. Все, да? Выбросили. Да, отлично. Потихоньку разбираемся. Нам главное сейчас построить домик. Не знаю по поводу поселения, будем ли большое его делать, либо нет. Но хотелось бы маленькое. Маленькое какое-то поселение себе сделать. Чисто курочки, коровки. Забор по-любому нужно будет как-то провести. Хотя не уверен, через дорогу можно будет забор проводить или нет. И я не в курсе... Ой, сори. Я не в курсе, если здесь бандиты, которые будут на нас нападать. Вот это что меня... Что меня интересует. Чпоникс. Так, бревна есть, хорошо. Новое здание доступно. Колодец. Прикольно. Но до колодца нам еще с вами такая месть рановато. Нужно будет поспать. Веточки. И все-таки посмотреть, что такое
Солома, иди, иди ее искать. Так, вода. Жажда имеет решающее значение в дикой природе. Когда параметры воды исчерпаны, вы начнете терять здоровье, пополните. Хорошо, хорошо. Ну давайте попьем. Давайте попьем. Пить водички. Ой, вкусно как. Да-да-да, согласен. Ля, какой у нас домик. Так, пища. Еда необходима для выживания. Когда параметры еды истощится, вы начнете терять здоровье. Вы можете раздобыть пищу, охотиться, ага, занимаясь. Хорошо, понял. Но с пищей у нас пока мест вроде еще нормально. У нас половина хп. И половина хп на молоточке. Все, шикарно. Единственное, что... Что тут меня уже сразу напрягает, это что долго строить приходится. Ну, то есть, что нету мгновенного строительства. Не, может, с одной стороны, это, конечно, хорошо, но... С другой, это будет очень долго и нудно, я так понимаю. Чпуникс, пуникс, пункс. Все, и последнюю стеночку. И последнюю стеночку. Это я не знаю, мне сначала покушать яблочки, а потом лечь спать. Либо сначала лечь спать, а потом проснуться и покушать яблочки. Ага, нам нужно бревна. Бревна две штучки нужно. Хорошо, у нас тут есть деревце. Надо потом будет, конечно, не забыть все эти пеньки повыкапывать, потому что они реально напрягают. Так, давай срубим тебя, добудем с тебя... Добудем себе такие пару бревен. Аккуратно только, да. Так, ветки, ветки. Это хорошо, но мне веточки не нужны. Мне... Тихо. Тихонечко, тихонечко. Во-во-во, молодец, умничка. Мне нужны бревна. Все, бежать могу? Бежать могу, да. Так, ага, вот молоточек. Все, шикарно. Нам осталось теперь соломку найти. Говорится, постелить бы себе соломку. Знать бы, как она выглядит только. Ладно, давайте ляжем басечки. Ну все, 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 все. Давайте ляжем басечки. Блин, даже еда не потратилась. Это хорошо. Ляжем мы басечки. Маленький дом. Управлять. Угу, пустая ячейка, пустая ячейка. Назначить жителя, назначить жителя. Угу, мы даже жителя можем назначить. Не. Это пока месть будет наш домик. Так, ребят, давайте, наверное, буквально на пару секунд я отключусь. Посмотрю, что такое... вот оно чё, Михалыч. Вот соломочка. Да. Прикольно, а я думал уже отключаться и смотреть. Все, нужно было просто под ноги посмотреть себе. Хотел сказать, что отключусь, посмотрю, что такое солома. А это камыш. Прикольненько. Так, доступ к меню строительства. Вовремя. Можно получить... Через меню создания выберите здание, которое хотите построить, и найдите для него подходящее место. Строительство не может быть... Чё? А строения не могут быть построены слишком близко к другим деревням и требуют относительно ровной поверхности, чтобы полностью так пристроиться. Домов нужны можете... Ага, хорошо. То есть мы правильно с вами выбрали, то есть что мы вдалеке с вами строимся. Отлично, 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 отлично. Все? Это ж соломка, правильно? Теперь мы сможем с вами достроить. Да, можем, да? Идет? Или нет? Не вижу. Плохо видно. Да, построили. Шикарно. Так, а можно мне дверку открыть? А, я просто так захожу.
Давайте тогда, наверное, сейчас мы соломку забьем сюда. Забьем соломку. И потом сходим за бревнами. Все, да? Ой, у нас молоточек заканчивается. Как же хорошо, что я с вами сделал еще один молоточек, видишь? Видите, какой я молодец, умничка, Арчи лучше. Все, да? А не, еще надо. Бом! Теперь мне осталось только... Что это такое? Только бревна. Осталось только бревна сделать. Бревнышко, бревнышко. Где наше бревнышко? Бревнышко у нас здесь. Идемте сходим за бревнышками. Мне интересно, а посреди вот этой вот дороги я могу себе забор поставить, к примеру, чтобы оградить вот так забором свой домик? Что если на меня здесь будет бабайки нападать, чтобы мы могли быть в безопасности с вами? Так, давай срубим. Только главное, Арчи, аккуратно руби, чтобы сейчас не пришлось тихо-тихо-тихо заново начинать это все. Так что, ага. Страшно, да? Все, шикарно. Так, ага, это бревно. Раз, два, три, четыре, да? Все, шикарно, шикарно. Блин, я уверен, где-то минут 40, наверное, у меня уже идет ролик. А мы с вами даже первый домик не построили. Прикольненько. Так. Давай, вобьем, вобьем. Чпоникс. Чпоникс, давай. Ой, та ты шо, одна штучка бревна не хватает, как обычно. Как обычно, одного бревна нам не хватило. Интересно, здесь не осталось его? Нашего бревнышка. Все, 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 не задыхайся. Да, мы кушать хотим. Мы хотим кушать. Кушать. Так. Подорожник. Мы сможем подорожник с вами скушать? Яблочко. Яблочко. Овсяный рулет. Зверобой. Все, вроде сушеное мясо. Не, пока мы с сушеным мясом. Погоди, а есть ли у тебя срок годности? Так, типи D, 0,2 килограмма. Есть ли у тебя срок годности у еды? Мне вот это вот интересно. Не пропадешь ли ты у меня? Либо пропадешь, либо не пропадешь. Только не могу понять, почему у меня не восстанавливается еда, запас еды. Почему так мало? Давай подорожник. Овсяный рулет. Во, все, овсяный рулет скушали, хорошо. Блин, нужно будет... Нужно будет, наверное, когда мы пойдем обратно разговаривать с этим челом, с которым мы в начале, хотел сказать, стрима, в начале записи с вами разговаривали. Нужно будет посмотреть, у него где-то еды может себе накупить. Ну, либо здесь мы сможем себе готовить, потому что с водой, как видно, проблем у нас не будет. А вот по поводу еды я не уверен. А еще я не знаю, болеет ли наш с вами персонаж, либо не болеет. Может ли он от холода замерзнет, ну и тому подобное. Блин, как вам вообще игрулька? Мне пока мест нравится. Не знаю, как будет дальше. Но мне реально пока мест... Пока мест нравится, успокаивает. Ходишь себе, строишь. Развиваешься. Все, шикарно. Так, лавы. Это серия зданий, которые являются в начале игры и знакомят вас с игровой механикой. Это поможет вам на начальном этапе строительства вашего нового поселения. Завершение каждой главы открывает следующий этап развития, определяющий максимальный лимит построек, которые вы можете возвесить. Хорошо. Вот сюда, да, где-то там оно, где оно находится, я так и не понял. Чпоникс. И где ты находишься?
Ага, где-то тут, да? Знание управления. Так, строительство одной из пяти. Строительство хижина отшельника. Репутация. Ага, династия минус 7. Ну, простите, это за молоточек, я понял. Так, навыки. С навыками, наверное, я пока мисс ничего делать не буду. Нужно будет разобраться, чтобы просто не спустить впустую. Так, а где мы? Как мы отмечены? Ага, вот мы где отмечены. Что у нас по поводу карты? Ля, сколько поселений? Я не знаю, может здесь у нас будет... Не знаю, может здесь вот тут у нас будет изначально наш домик. Колодец построим, а дальше потом, может, сюда куда-то сходим. Посмотрим. Может, и здесь поселение сделаем, пока не знаю. Так, управление, строительство 1 из 5. Короче, мы сможем построить еще с вами 5 домиков, правильно понимаю? Так, работники, вода, пища. Пища, пища, пища. Ладно, ладно. Предлагаю, знаете, что сделать? Предлагаю, в принципе, давайте посмотрим. Охота, земледелие. Это что такое? Услуги, хранилища, дома. Нет, где у нас? Так, ворота. Ага. Ворота нам не надо. Дороги можем делать или что это такое? Это типа я могу отсюда провести. А ты шо, ля? Все шикарно. Шикарно. Провели дорогу, да? Правильно я понимаю? И нужно будет отсюда еще провести дорогу до рыбацкой хижины. Так, а где колодец есть? Здание, давай смотреть. Животноводство. Ага, это все пока закрыто. Что тут? Домик охотника, рыбалка. Мне, наверное, колодец, да, нужен? Так, производство, производство. Домик первого уровня, добыча. Вот, колодец. Нужно будет поставить колодец. Где-то вот тут, наверное. Ну, давайте, наверное, мы сделаем это с вами в следующей серии. В следующей серии мы это с вами сделаем. Игрушка мне вроде пока нравится, не знаю. Дальше уже посмотрим. Здесь я предлагаю сделать просто наш лагерь изначальный, ознакомиться с механикой, посмотреть, что и как оно делается, как оно строится. Блин, по-моему, нужно будет сходить с вами потом туда, к этому в деревню, да? Уже говорил, когда построишь домик, возвращайся к нам, и мы с тобой типа поговорим. Ага. Создать еду, да? Супы, каши, другое. Так, супы. Прикольненько, прикольненько. Типа, возвращайся ко мне. Я тебя накормлю. Двуспальная кровать. Кровать. Угу. Сундук. Монетка, камушки. Понял, сюда можно будет слаживать. Ладно. Так, давайте, ребят, наверное, на этом все. В следующей серии мы сходим с вами в гости к нашему знакомому новому. Так, главное теперь не заблудиться. А мы сможем с вами как-то... Так, ворота, заборы, ворота. Мы сможем с вами как-то поставить типа знак, что это наша деревня, чтобы мы отображались. Ну, вы поняли, да? То есть, когда на мини-карту смотрю, где наша мини-карта, вот там, на карту, чтобы вот такие же самые штуки отображались. Или не сможем мы с вами сделать? А может и сможем, а может нет. Ладно, главное, как говорится, нам не заблудиться. Так, нам сюда нужно будет, наверное, пособирать соломки немножко.
По-любому, наверное, пригодится, правильно? Соломка, камыш. Ну, назвали камышом бы, не. Все, хорошо. Так, что нам нужно? Установить ловушку. Ловушка для кроликов. Деревянные копья, каменный нож. Охота на дикого животное. Выжить в течение сезона. А вот у нас задание, глава 2, да? Поговорить с кем-то там. Ладно, с кем-то там мы поговорим уже потом. Так, мы правильно вообще идем? В деревне, правильно? Да, правильно идем. Поговорим потом с кем-то там. Все, ребят, всем мур-мур, всем до потом. Спасибо за просмотр, за лайкосики, за подписку. Если что, уже, как говорится, услышимся в следующей серии. Все, всем пока-пока.